Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Эта девочка, монстр, иностранные болельщики восхищаются Валиевой. В воскресенье фигуристки участницы командного турнира представили произвольные программы. Потрясающим прокатом отметилась воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева с чистыми тройным акселем и двумя четверными тулупами. За свое выступление спортсменка получила рекордные 179,19 балла и внесла наибольший вклад в итоговую победу красной машины Алины Загитовой. На второй строчке расположилась действующая чемпионка России Анна Щербакова, третье место заняла Александра Трусова. Предлагаем ознакомиться с тем, как на великолепный прокат Валиевой отреагировали иностранные болельщики. Своей ухмылкой в конце программы она отлично отыграла образ змеи. Так держать, Ками, в голове не укладывается, что из списка Саши, Алены, Анны и Камилы, и Дарьи, на чемпионат мира поедут только три девочки. Это просто ужасно. С таким чистым катанием и тройным акселем она непобедима. Она нереальная, действительно невероятный прокат, настоящая королева. Программа выросла в моих глазах. Она действительно улучшилась с момента контрольных прокатов. К тому же, второй квад прекрасно попал в музыку, первый прыжок тоже, но он не был чистым. Такая сильная музыка на самом деле прекрасно сочетается с ее сложными прыжками. Но я могу понять людей, которые хотят, чтобы Камила выражала что-то более лирическое. Эта девочка — чертов монстр. Невероятно. Я правда считаю, что она первая фигуристка, которой я могу любоваться вечно. В ней есть настоящая брутальность Трусовой, но она более музыкальна и грациозна. Просто не верится. Ее квад-тулуп завораживает. Настолько он воздушный. Я потрясена до глубины души, все я решила, буду болеть за нее вечно. Это именно то выступление, которого я ждала, спасибо, Камила. Теперь за олимпийским золотом. С такой скоростью катания и трикселем в двух программах наряду с двумя квад-тулупами в произвольной программе Камиле без сомнения, будет по силам брать любое золото. Она и Анна обязательно отберутся на игры в Пекине. За третью путевку будут бороться Саша с Аленой, у них все будет зависеть от того, успеет ли Алена восстановить свой тройной аксель вовремя или нет. Прыжки были потрясающими. Кто эта уверенная в себе девушка? Не могу поверить, это та же Камила. Однако сегодня сама программа была где-то на втором плане, а все внимание на прыжках. Прокат ни капли не улучшился, по сравнению с чемпионатом России. В финальной части номера Камила просто улыбалась, чувствуя, что работа сделана, хотя выступление еще не закончилось. Я всегда стоял за эту программу, но сегодня на фоне Exogenesis у меня возникли сомнения. Я доверяю команде Этери, они наверняка придумают для Камилы что-то феноменальное. Но в короткой программе ей должны дать очень тонкий отрезок, чтобы подчеркнуть линии и гибкость. До сих пор перед глазами ее последнее вращение в Exogenesis просто волшебное. К сожалению, в произвольной нет такого же эффекта. Боже, соперницам остается уповать только на ее падение, чтобы получить шанс. Но представьте, если Камила добавит в контент два тройных акселя к четверному тулупу. Я даже не удивлюсь, если к следующему сезону у нее появится квад сальхов. Даже Этери осталась довольна вторым четверным тулупом, Камила потрясающая.